25-та вежа – бойова башта другого двору середньовічної фортеці, що у Білгород-Дністровському. Стоїть вона безпосередньо на скальній основі берегового обриву. Тут доволі високі стіни, і тому ця ділянка твердині мала другорядне оборонне значення у минулому. Башня трьохярусна, вона поле внутрі, повністю поле, без засипки, без подсипки. Но надо сказать, что изначально ее форма была совершенно другой. То есть, что мы сейчас видим? Круг внутри усеченный со стороны этого двора, да, усеченный со стороны куртины. А на самом деле башня была полностью круглой. И получается, что ее стены заходили за куртину двора. То есть она перекрывала изначально боевой ход самой стены. Первый ярус у нее наполовину заглублен в землю, он глухой. Второй ярус снабжен, как вы видите, тремя бойницами. И надо сказать, что вход башни, башня имеет два входа, и вот как раз один из входиков, это со стороны двора, как раз вел на второй ярус. Потом по деревянной лестнице спускались уже на глухой первый. З цієї башти контролювали цілу берегову полосу і частини воєнного та карантинного дворів. В цьому і полягало її певне стратегічне значення. До конца 20-х годов 19 века третий и второй ярус отделялись между собой деревянным перекрытием. Ну а по старым планам, вот в конце 20-х, начале 30-х годов, появляется кирпичное купольное перекрытие. К сожалению, до нас оно не дошло, не сохранилось. Ну а сам третий ярус – это просто открытая боевая площадка, снабженная мерлонами. Это вот этими каменными зубчиками, которые создают бойницу. Реставрували триповерхову вежу неодноразово, а у середині минулого сторіччя її взагалі закрили для відвідувачів. Вот как раз в конце 70-х годов 20 века под ее основание подвели круглую платформу. Изначально она все-таки базировалась на самой скале, на скальном основании. Ну и видоизменилась ее форма. Мы говорили, она была круглая, сейчас в форме усеченного круга. Вот, к сожалению, опять создалась угроза для башни, и, к сожалению, опять приходится применять определенные методы, опять работать над ней для ее устойчивости. Саме 25-та вежа після північної стіни потребує особливої уваги фахівців та першочергових протиаварійних робіт, каже Олександр Морозов. Ми провели переговори з підрядчиком, щоб сьогодні почали роботи зі сторони западної сторони, з 25-ї башні. Чому? Тому що маячки дают трещинки, и мы понимаем, что есть определенное движение. То есть в первую очередь сегодня необходима работа именно с той стороны. И подрядчик, естественно, пошел нам навстречу, и сегодня он уже начал первые работы, уже начались. На перспективу сделать ее открытой, сделать в ней смотровую площадку, вот, и будет там еще такое небольшое помещение для посетителей. То есть там что-то будет тоже какое-то из наполнений. Як розповідає керівник КП «Фортеця», просідає вежа десь на пів міліметри за 2-3 місяці. Не так стрімко, як північна стіна, але швидше, ніж інші об'єкти твердині. Тому відкладати роботи немає часу. Зараз подрядчик веде підготовку, підготовительні роботи. И я думаю, что до конца года они установят контрафорсы, которые укрепят саму башню и дадут возможность уже нам не переживать за то, что она где-то там сползет в сторону лимана. Олександр Морозов не виключає можливості, що під час проведення робіт на вежі фахівці можуть зіткнутися із різними труднощами. Сама постройка 14-15 века, она, естественно, может с учетом своей истории где-то иметь вывал, где-то иметь дополнительную трещину. И, соответственно, в процессе самих работ могут возникнуть какие-то дополнительные работы, как это было на северной стене. И естественно, тогда уже и подрядчик будет обращаться к проектировщику, будет дополнительно какие-то дополнительные работы. Это если вдруг, не дай бог, будет какая-то ситуация. Сегодня, слава Богу, пока визуально все, как оно есть, пока все согласно проекту, пока согласно всех тех расчетов, которые были сделаны проектировщиком. Пока, я думаю, что это так и будет, никаких вмешательств дополнительно не будет. Любов Поповкіна, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.